на третьем финальном этапе ФИФА Украины не может не радовать количество стрелков. Стабильно. Мы практически идем одним составом, 70 человек по всем трем этапам. Я думаю, что это большой успех даже по отношению к прошлогодним матчам. Надеемся, что в следующем году у нас будет еще больше. Работает стрелковая бурса, и уже 20 человек в этом году практика нам подарила новых спортсменов. Надеемся, что в следующем году их будет еще больше. Что касаемо сегодняшнего матча, мы старались, надеемся, всем все понравится. Могу сказать одно, на этом матче будет рекордное количество кубков и медалей. Не скажу, что всем хватит, но побороться стоит. Матч дуже високого рівня. На жаль, поки що самому не вдавалося побувати на великих європейських змаганнях. Ну, надіюсь, що все попереду. З кожним матчем, от як вони його будують, видно, що їхній рівень підвищується. Мало того, що їхній рівень підвищується, підвищується рівень обладнання, яке вони використовують для побудов вправ. Тобто я дуже задоволений, що в нас в Україні є такі ентузіасти, які от такі святасти стрілецькі нам дарують.
як завжди, цікавий. Є своя специфіка по побудові вправ. Я дуже задоволений, є динаміка, є рух. Ну, матч задоволений. Матч на високому рівні. Дякую організаторам Сергію Мендесу, Павлу Портянку за такий чудовий матч. Дуже сподобалися вправи, дуже динамічні, дуже цікаві. І це ось буде моя 10-та вправа, але мені ще б хотілося стріляти і стріляти, тому що дуже дійсно класний матч, все швидко, суддівство, ну, все сподобалося, все дуже класно. Матч отличный, от Днепра респект. Побольше таких матчей, и мы будем приезжать и выигрывать.
як завжди, з цими організаторами. Павло, який рейнджмастер, дав нам приводи для того, щоб повдосконалювати майстерність, хто може щось показати себе. Швидкоплинний, 10 штраф, але дуже швидко, гарна організація. Ну, во-первых, мы поздравляем всем с окончанием третьего финального этапа Кубка Украины! Ура! Спасибо всем, кто принимал стабильное участие во всех трех этапах. Это было невероятно. 70 человек, переходящие из одного в другой этап. Мы держались вместе. Надеемся, в следующем году у нас будет еще больше. Спасибо судьям, которые отсудили все три этапа Кубка Украины. Спасибо организаторам, которые сделали этот матч. Вот. От себя лично, как от участника соревнований в том числе, я думаю, все меня поддержат. Хотелось бы поблагодарить портянка Пашу за дизайн и построение уникальных упражнений, которые на самом деле были просто невероятные в этих матчах. Также хотелось бы поблагодарить Safari Украина за поддержку нашего спорта в этом году. Надеемся, наше сотрудничество продлится и в следующем, и в последующем году. Поздравляю всех с окончанием сложного трехэтапного Кубка Украины. Он действительно был очень сложный, и как мне кажется, с каждым последующим кубком или этапом мы старались, как вот организаторы, повысить уровень, создать новое качество. И я считаю, что мы задаем определенный тон, скажем так, на нашей голой Украине, где этот спорт всячески игнорируется, не поддерживается. Я могу только поблагодарить вот Сергея в частности, потому что много всяких орг-моментов он и Павла он брал на себя, и это, поверьте, очень сложно. Первое место в классе стандарт-мануал! Практика! Первое место, стандартный класс, практика. Поздравляем победителей! Первое место, индивидуальный зачет, стандартный класс, третий этап Кубка Украины, Загурная Ирина! Первое место, открытый класс, Шимченко Александр! Первое место, индивидуальный зачет, модифицированный класс, наши чемпионы, Загорный Игорь! Где-то отмышки для пунктов отдельно.
В индивидуальном засчете класс стандарт-мануал. Долгожданное, настоящее. Просто выигрыш. Стрельца Сергей! Я возьму поеду. И первое место Бартенко Павел! Мы награждаем команды в абсолюте за все три этапа. По итогам финала первое место в командном зачете по итогу трех этапов Кубка Украины. Класс стандарт мануал. Команда «Практика». Поздравляем. Надо больше выступать. И опять же, интрига. Первое место. Командный зачет. Итог трех этапов Кубка Украины. Класс стандарт. Команда «Практика». Тут у нас у всех колени травмированные. Команда. Первое место в стандартном классе, в индивидуальном зачете. Загорная Ирина! Первое место, индивидуальный зачет. По итогу трех этапов Кубка Украины. Открытый класс. Шипченко Александр! Первое место, индивидуальный зачет по итогу трех этапов Кубка Украины. Класс унифицированный Игорь Загурный. Давай так, а мы рядом за тебя. Брата. Финал, класс, стандарт, мануал. Поздравляем чемпиона, Стрельцо Сергей. Мы поздравляем победителей, поздравляем чемпионов. И до встречи на чемпионате Украины 18 сентября на этом стрельбище. Ура!